Что ты делаешь? Это сон. Красивый сон. Больше похоже на реальность. Нет, это сон. Я делаю это не наяву. И это тоже. И это. Я вообще ничего не делаю. Я сейчас сплю, как убитый. Ты тоже спишь. Ты не спишь. И это не сон. Давай притворимся, что сон. Бен, мы договорились. До свадьбы никакого секса. Точно. Почему мы опять это сделали? Тогда брачная ночь будет особенной. Как будто у нас только все начинается. Привет, меня зовут Бен, а тебя как? Бен. Что? Мы не будем этим заниматься. Ты дал слово преподобному отцу Брэндону. Но я скрестил пальцы. Иногда мне кажется, ты вообще этого не хочешь. Не хочу чего? Чтобы мы поженились. Я очень этого хочу. Ведь я тебе сделал предложение. Сделал, и все было очень мило. Может, ты иногда будешь бросать мне косточку? Все. Все. Полгода без секса, хорошо? Нет. Нет, это пытка. Не переживай, Саманта, я пройду это испытание с отличием. Если только раньше не лопну. Не лопнешь. Привет. Доброе утро. Извините. Извините. Привет. Я здесь работаю. Привет. Старший фоторедактор. Если есть какие-то фотографии, я с радостью взгляну. Ты видел этих девушек? Тянут на 9 или 10 баллов. А то и на все 12. У вас с Самантой по-прежнему нет секса? Очень заметно. Я чувствую твою боль, шеф. В компьютере был страшный вирус. Хорошо, что ты скопировал данные. Тебе. Что это? Самый лучший секс. И совершенно невинный. Программа виртуального секса? Ты это серьезно? Мне не надо, я люблю свою невесту. И вы с Самантой отличная пара. Но одно другому не мешает. Чувственная Синди — это лучшая программа, созданная Фантадайном. Фантадайном? Производитель игровых симуляторов, Саманта там работает. Уверен, что к этой программе она не имеет никакого отношения. Откуда она у тебя? Все очень просто. Друг достал мне вторую копию. Правда? Клянусь. Ты сам ее уже опробовал? Я не треплюсь о своих сексуальных подвигах. Что там у тебя? Полгода до брачной ночи? Решай сам, шеф. Привет, Бен. Я тебя ждала. Сексуальные фантазии, они есть у каждого. В большинстве случаев они невинны. Накануне свадьбы Бенджамин Бейкер решил получить удовольствие. Ему очень, очень повезет. Или наоборот. Вы совершаете путешествие в иное измерение, где можно не только видеть и слышать, но и где задействован ваш разум. Это путешествие в такие земли, чьи границы устанавливаются только вашим воображением. Вы входите в сумеречную зону. Сумеречная зона. Ведущий Форест Уитекер. Автор идеи Род Серлинг.
Ты такая сладкая. Ты тоже. Чувственная Синди. Но как все это работает? Могу нарисовать тебе схему, но тогда пропадет вся таинственность. Чего ты хочешь? Плохого? Или хорошего? Скажи мне. Не знаю. Эти шторы поразительны. Они как шелковые. Ты пришел сюда играть со шторами или со мной? Расслабься. Я сделаю все сама. Хорошо. Синди, не знаю, вправе ли я это делать. Это все очень реально. О чем ты, Бен? Я всего лишь компьютерная программа. Да, программа. Но знаешь что? У меня скоро свадьба. Да? Да. Это замечательно. Да? Так ты еще не женат? Нет. Считай это репетицией. Мистер, в этом городе скорость ограничена. Шутка. Я могла бы быть с тобой вечно. Большинство парней делают это по-быстрому. Ты же их знаешь. Но ты не такой. Ты очень милый. Внимательный. Но не истолкуй меня неправильно. В остальном ты просто тигр. Ты тоже потрясающий. Ты славный. Я могу к этому привыкнуть. Ух ты! Это ты? Привет. По какому случаю? Просто так. Никакого секса, Бенджамин. И не надо. Обратная психология здесь не сработает. О чем ты? Полгода это пустяки, капля в море. И потом ты обещала, что у нас будет безумная брачная ночь. Я люблю тебя. Правда? Эти цветы стоят бешеные деньги. Без шуточек. Я не шучу. Суть не в цветах, а в том, что я тебя люблю. Ты единственный мужчина, которого я буду любить. Понял. Hello. Yeah, he's right here. Он здесь. Это тебя. Hello. Бен. Yes. Да. Это Синди. Синди, какая Синди? Чувственная Синди, глупый. Я так классно провела с тобой сегодня время. Я постоянно о тебе думаю. Синди? Да кто это говорит? Я же сказала, это я, Синди. Синди, которая была сегодня утром? Я слышу твой голос и уже возбуждаюсь. Возбуждаешься? Ты же компьютерная программа. Кто это? Так, с работы. Ты не знаешь. Это может подождать до утра. Обсудим потом. Обещаешь, что утром придешь ко мне? Конечно. Хорошо. Все в порядке? Да, все отлично. Возникла одна проблема. Но это так, пустяки. Это кое-что, но по сути это ничто. То есть все под контролем. Наверное, это какой-то сбой. Что ты делаешь, Бен? Разве ты мне вчера ничего не обещал?
Ничего не понимаю. Это что, тоже программа? Послушай, я знаю только одно. Мне впервые было так хорошо. Не понимаю, о чем ты говоришь? Я говорю о ниточке, протянутой между нами, глупой. Об этой загадочной притягательной силе между двумя людьми, которые созданы друг для друга. Подожди, это может быть только у человека. Вчера я была для тебя очень даже человеком. Да. Можно я зайду к тебе после работы? И ты меня обнимешь? Обниму, прикоснусь, сделаю все, что ты захочешь. Привет, Сэм. Пришлось задержаться на работе. Надо было разбросать фотографии. Нет, вешаю трубку и ухожу. Я тебя тоже люблю. Пока. Бен? Я тебя заждалась. Где ты? Бен! Привет, мистер. Вы ни о чем не забыли? Синди, прошу тебя, нажми на кнопку. Сначала нам надо кое-что выяснить. Господи, как ты потеешь. У меня боязнь замкнутых пространств. И сейчас, Синди, мне будет очень, очень плохо. А как я себя чувствую? Я не ем, не сплю. Ты же никогда не ешь и не спишь. Я постоянно вижу тебя во сне. Ты только что сказала, что не спишь. Бен, я хочу быть с тобой, чтобы мы были вместе. Мы не можем быть вместе. Почему? Потому что ты ты... Бен, я знаю, что нравлюсь тебе. Да, да, да. Ты мне нравишься, нравишься. Но я люблю... Саманту. Меня это устраивает? А меня нет. Это был чистый секс. Синди. И все. Прости. Я для тебя ничего не значила? Это был минутный порыв? Не хочу тебя огорчить, но это именно так. Ты ничего для меня не значила. Это был минутный порыв. Ты меня разочаровал. Синди, Синди, не уходи. Синди. Синди. Хорошо. Хорошо. Эти на меня давят. Хорошо, хорошо. На помощь. Помогите. Хорошо, хорошо, я ошибся. Я сильно ошибся. Хорошо. Хорошо. Я должен был к тебе прийти. Я должен был это сделать. Синди, умоляю, прошу тебя, сделай все, что ты захочешь. Абсолютно все. Прости меня, прошу тебя. Я сам не знал, что говорил. Я только хочу быть с тобой, Бен. Что в этом плохого? Нет, 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 нет. Я жду. Где ты? Я сейчас. Одну минуту. Мне надо в туалет. Бен? Бен? Где ты? Бен? Это не смешно. Я знаю, что ты там. Хочешь меня убить? Почему я не мог подняться на лифте? В целях безопасности. Подниматься на 25-й этаж. Бен! Кто это?
Сколько еще? Не торопи. Не могу поверить, что я это делаю. Это же преступление, настоящее преступление. Попытка похищения, вот это преступление. Лив застрял. Такое бывает, говорю тебе, она не хотела меня выпускать. Хватит говорить о ней, как о реальном человеке. Послушай, для тебя и для меня она нереальная, но у Синди на этот счет другое мнение. Она просто система знаков, завернутых в очень красивую оболочку. В очень сексуальное тело. Прекрати, я и так испытываю чувство вины. И оно возрастет, если об этом узнает Сэм. Сэм – разработчик программного обеспечения. Она подумает, что Синди – это очень прикольно. Ты не понимаешь? Мы дали клятву. До свадьбы никакого секса, ни друг с другом, ни с кем-то еще. Ты многое потеряешь. Стоит мне нажать на эту клавишу, и Синди навсегда исчезнет из твоей жизни. Что скажешь, шеф? Что ты решил? Уничтожь ее. Немедленно. Программа уничтожена. Привет. Я дома. Я в офисе. Привет. Трудный день? Да, не буду грузить тебя деталями. Бедненький. Я знаю. Как тебе плохо? У меня проблема с жестким диском. Не могу открыть свои файлы. Мне посмотреть? Кто здесь компьютерный гений? Одна голова хорошо, а две лучше. Я открою вино. Так, посмотрим. Ты сказал, уничтожь ее. Ты так сказал? Невозможно. Тебя не может быть здесь, мы от тебя избавились. Вы попытались избавиться, но я спряталась в компьютере в соседнем офисе. Получилось? Нет, он у меня завис. Послушай, давай лучше сделаем попкорн и посмотрим какое-нибудь кино. Вино с попкорном? Да, положим пакет в микроволновку, а я посмотрю, что есть по телевизору. Временами ты бываешь таким милым. Да уж. Зачем ты делаешь мне больно, Бен? Я же люблю тебя. Я возьму. Возможно, нам с Самантой пора поговорить? Нет, нет, не смей этого делать. Я сейчас приду в офис. Ты пытаешься от меня избавиться? Нет, я приду к тебе, и мы поговорим. А когда с разговорами будет покончено? Я ведь тигр, помнишь? Ты такой очаровашка. Останешься на ночь? Это точно, останусь. Конечно, все, что захочешь. Прекрасно, только побыстрее. Что? Уже иду. Бен! Да, позвонили из офиса, там проблема, я должен быть там. Привет. Почему так долго? Что могу сказать? На дорогах страшные пробки. Хотел остановиться и купить цветов, но... Надеюсь, они тебе нравятся. Очень красивые. Что ты со мной сделал? Это вирус. Я зашел к Гаррету, и он для меня его создал. Почему? Прости, Синди. Но, будучи с тобой, я понял, как сильно я люблю Саманту. Как это романтично. Ты такой милый. Да, наверное. Но... Синди? Бен, как ты там? У меня все в порядке. Решил свою проблему? Кажется. Уже поздно, но не мог бы ты по дороге домой заехать в магазин? Я переслала тебе по электронной почте список того, что надо купить.
Кстати, с компьютером все в порядке? Отлично, тогда до скорой встречи. Не торопись. Хорошо. Сэм? Что? Я люблю тебя. Я тоже. Bye. Пока. Bye. Пока. Прости, я задержалась, разбиралась со своим женихом. Последнее время он очень странно себя ведет. Если бы я его не знала, то подумала бы, что он мне изменяет. Ох уж эти мужчины. Им никогда нельзя верить. Бенджамин Бейкер с трудом избавился от своей фантазии, а тем временем его невеста предалась изучению своей сексуальной натуры. Это взгляд в будущее любовных отношений, любезно предоставлен нам в сумеречной зоне.